смотрите программу «Грядки в порядке». В студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна. Добрый день. Как обещали в нашей прошлой передаче, сегодня продолжаем говорить о томатах. Наталья Викторовна, чему сегодня уделим особое внимание? Я знаю, что в августе многие дачники страдают от того, что томаты, перцы, баклажаны, ну, в общем, посленовые все начинают доставлять много хлопот, потому что начинаются болезни и вредители. И многие правильно делают, что делают профилактические обработки, не дожидаются, когда появятся болезни, и уходят этой своей головной боли, то есть получают и урожай томатов, и перцев, и баклажан. Потому что мы все-таки не противники с вами химических обработок. Ну, представьте, появилось заболевание или вредители, сразу браться за химию, ну, обработаете вы химическим препаратом, убьете вы вредителей и болезней, но запомните, что дней 20-30 эти плоды нельзя есть. А мы-то выращиваем томаты в теплице и перцы, баклажаны для того, чтобы их постоянно потреблять. И поэтому химию отставляем. Есть биологические препараты, после обработки которых можно есть через день, через два плоды. Они безвредны для человека. Они не убивают полезных насекомых. Но и много средств народных, которыми мы чаще всего пользуемся. И будем о них говорить сегодня с нашими дачниками, с нашими телезрителями. И чаще всего, конечно, болезнь, ну, томаты, я хочу сказать, любят и болезни, и вредители, это им не откажешь. И томаты поражаются многими вредителями. Достаточно много на них такой напасти. Чаще всего поражаются и паутинным клещом. Бывает, и колорадский жук попадает в теплицы, особенно с картофеля, если рядом растет картофель. И медведка может вредить, и проволочник, и белокрылка, и тля. Но самое вредоносное – это тля. В чем ее вредоносность? Ну, пожалуй, в том, что она очень быстро распространяется. Распространяется, просто сказать, мгновенно. Если появился небольшой очажок тли, вы заметили, сразу же взяли этот лист, удалили, сожгли. А не допускайте. Бороться вот с единичными колониями тли намного проще, чем тогда, когда она уже заполонила всю теплицу на каждом листе. Много тлей. Она распространяется быстро. Сегодня был небольшой очажок, завтра ее сотни, тысячи. Вот. Поэтому, конечно, вот в этом вредоносность вся тли. Она высасывает сок, листья скручиваются, растения плохо завязывают плоды, и урожай, конечно, мы на томатах недополучаем. Но такая же история и на баклажанах, и на перцах. Поэтому с тлей, конечно, нужно бороться. И что можно посоветовать? Вот с того, что есть у нас под рукой. Ну, в первую очередь, это зола. Она всегда есть у наших дачников в больших количествах. Мы жарим шашлыки, мы жгем мусор различный, ветки, листву. Поэтому древесная зола нас выручит в этом плане. И можно просто опылить растения золой против тли, против паутинного клеща, белокрылки. А можно сделать настои и отвары. Но настои – это когда вы просто заливаете золу водой. Ну, не только золу, допустим, какие-то травы заливаете водой, настаиваете и опрыскиваете. Или отвары, когда вы отвариваете, кипятите этот раствор. Можно сделать настой золы. Взять пол-литровую банку золы, залить водой, настоять сутки, процедить и опрыснуть растение. Можно отварить золу, сделать отвар. Взять то же самое пол-литровую банку золы, прокипятить ее в 10 литрах воды. Там будет уже больше питательных веществ, и которые лучше будут бороться. Отвар будет лучше бороться, чем настой с вредителями. Если вы нет у вас золы, можно взять лук, можно взять чеснок, сделать такие настои. Измельчили лук 100 грамм на 10 литров воды, профильтровали и опрыскивайте. Можно взять чеснок, измельчить, залить водой, тоже сделать опрыскивание. Обязательно добавляйте вот в эти настои хозяйственное мыло. Вот есть брусок 200-граммовый, 1/54 часть бруска потрите на терке, добавьте в 10 литров воды, размешайте, и будет хорошее прилипание, и будет хорошая борьба с вредителями. Нет у вас, допустим, лука, чеснока, берите луково-чесночную шелуху. От того, как вы используете лук и чеснок, можете брать стрелки чеснока, листья чеснока. Все это идет в ход и очень хорошо помогает в качестве обработки. Не хотите луково-чесночные отвары настои делать?
пусть работают одуванчики. Уже одуванчиков-то, наверное, у всех хватает. Одуванчики не жалко использовать в качестве борьбы, в качестве защиты от насекомых. Поэтому взяли килограмм одуванчиков. Можно и листья, можно корни. Измельчили, залили 10 литрами воды, настояли сутки. Вот вам готовый раствор для борьбы с вредителями. Можно использовать и другие травы. Ромашка аптечная, тысячелистник обыкновенный, полынь горькая. Те травы, которые имеют такой неприятный, довольно сильный резкий запах и содержат эфирные масла. Так что можно обрабатывать. Взяли горчицы, 200 грамм горчицы на 10 литров воды, размешали, опрыскиваете. Нужно чередовать обработки, потому что, чтобы не было привыкания у насекомых и чтобы хорошо вот это действовало против них. И, конечно, хочу сказать, что вот эти настои и отвары, они более мягкие средства. Это же не химия, которая сразу на повал убивает вредителя. Они действуют мягко, но не так долго. Поэтому такие обработки настоями и отварами нужно проводить часто, раз в 10 дней. И тогда вы сможете бороться с вредителями на томатах, перцах и баклажанах. И, конечно, самое важное, вовремя начинайте это делать. Не дожидайтесь, когда будет насекомых море в теплице. Лучше это делать сразу. Вы этим остановите дальнейший их рост. Фитофтороз – болезнь, которая порождает томаты и порой даже приводит к гибели. Как можно и нужно бороться с этим заболеванием? Но болезней у томатов тоже хватает, достаточно. Различные пятнистости, гнили, мучнистая роса. Ну, а лидерство занимает пиреноспорос, потому что, наверное, за счет того, что она очень вредоносна и очень быстро течна. Если появилась фитофтора, то растение где-то за неделю, теплица ваша может погибнуть. Она поражает сначала листья, небольшие коричневые пятна. Потом эти пятна, если ничего не делать, эти пятна очень быстро заполоняют всю листовую пластинку. Они переходят на завязи, на плоды. И если поражены уже и плоды, вы принимаете потом скоропалительные меры, обрываете зеленые плоды, окунаете их в кипяток там, или в горячую воду, пытаясь избавить плоды от фитофторы. Она уже есть, она проникла в плод. И многие потом срывают помидоры незрелые, дозарят их в ящиках и потом регулярно из ящика выбрасывают почерневшие плоды, потому что фитофтора уже сделала свое грязное дело. Фитофтора еще опасна тем, что она вездесуща. Вы понимаете, с ней бороться можно, но это, конечно, нужно делать заранее, как бы профилактика. Потому что даже если у вас нет фитофторы на растениях, профилактику нужно начинать делать. Вот когда у вас зацвели томаты, появились завязи, бутоны, начинайте делать профилактику против фитофторы. Тогда вы от нее уйдете. Она прекрасно зимует на растительных остатках, в почве, на семенах, на конструкциях теплиц, на инструментах, везде. Если у вас нет, а у соседа есть, то значит она скоро будет у вас. Прекрасно зимует, не убивает ее ни мороз, ни холода. Она переносится легко ветром, дождем. Поэтому она только ждет, она есть, она ждет своего благоприятного часа, когда будет перепады, вот в августе начинаются перепады дневных, ночных температур, сырость появляется, конденсат теплицы. Вот это благоприятное условие для развития вот этого гриба, который просто молниеносно может поражать теплицы и растения посленовых культур. Поэтому начинать нужно, конечно, с профилактики. Наталья Викторовна, как нужно бороться с фитофторой на томатах? Нужно и можно. Поэтому начинаем профилактику. С чего? Что обрабатываем наши растения или можно молочной сывороткой. Вот берете, ну, сыворотка – это появляется после скисания молока. Берете литр сыворотки, разбавляете его литром воды, пульверизатор – и опрыскивайте свои растения. Это можно делать хоть каждый день. Вреда совершенно никакого, а польза есть. Потому что от обработки вот раствора молочной сыворотки на растениях появляется такая небольшая пленочка на листьях, на плодах. Обрабатываем все растение, даже можно землю опрыскивать после томатов, чтобы споры с земли не поднимались на растения. Можно по-другому делать. Можно взять литр сыворотки, добавить 9 литров воды, то есть на ведро раствора, и 2 миллилитра йода.
обработку такую сделать. Если нет сыворотки, возьмите просто литр обезжиренного молока. Тоже на 9 литров воды с йодом, 2 мл йода обрабатывайте. Можно сделать такую обработку солью. 1 кг соли на 10 литров воды. Соль тоже хорошо защищает от поражения фитофторой. Нет этого ничего. Берете просто пузырек йода 10 мл на 10 литров воды и делайте такие обработки. Обрабатывать нужно раз где-то в 10 дней. Проводите обработки, тогда вы защитите свои томаты от такой злостной болезни, как фитофтора. И перед тем, как обработать, пройдите в теплицу, уберите пораженные листья, все уберите, чтобы инфекции как можно было меньше, и после этого делайте обработку. И лучше делать утром, чтобы растения впитали через клеточный сок вот этот ваш настой, и к вечеру уже никакой повышенной влажности в теплице не было. Каким болезням еще подвержены посленовые культуры? Помимо фитофторы, самой вредоносной, часто встречается вершинная гниль томатов. Это когда плоды вроде бы и завязались, и начинают созревать, обретать окраску, естественно. Но на вершине появляется пятнышко, которое начинает загнивать. Дело в том, что если вы растения плохо поливаете, не даете им достаточно воды, нехватка воды вызывает вот такую вершину гниль томатов. И часто бывает вершинная гниль еще от того, что вы вовремя не сделали вершкование. Растение-то продолжает расти, вы его не остановили в росте. Чтобы ему расти, начинает брать питательные вещества из плодов. Для дальнейшего пасынка, для пасынков, боковых побегов, листьев. Поэтому обязательно вершкуем и проливаем растения достаточно, даем достаточный полив, влагозарядку такую хорошую. И точно так же и перцы, баклажаны, они тоже подвержены болезням и фитофторе. И часто бывает на перцах и баклажанах, вот в августе месяце, когда уже идут такие холодные утренники, гнили различные. Заходишь в теплицу, перцы начинают гнить. Вроде бы и росли нормально, и налив хороший плодов. Начинает плодоножка загнивать, а потом эта гниль переходит на сами плоды. Также случается у баклажан и у томатов. Поэтому берете 2 столовые ложки кальциевой селитры и разводите в 10 литрах воды и опрыскиваете растения, плоды, чтобы избежать вот этих гнилей. А есть еще на баклажанах, на перцах и на томатах стеблевые гнили. Тоже часто поражают. И не дожидайтесь, пока эта гниль окольцует весь стебель. Появилось небольшое пятнышко с налетом гнили. Взяли чистую сухую тряпицу, вытерли его хорошенько на стебле, убрали этот налет. И можно кашицу сделать из мела и марганцового кислого калия. Размешали, сделали такую небольшую кашицу, замазали. Или сверху опудрили золой. Так что, как видите, бороться с вредителями и болезнями томатов можно и нужно. Но лучше не допускать до такого массового развития болезней и вредителей, а делать профилактику. И всегда хочу сказать, что ухоженные растения, не загущенные, вовремя подкормленные, не ослабленные, они всегда лучше противостоят поражению. Ну, это как человек. Сильный, здоровый, он лучше, у него лучший иммунитет, он чаще всего не болеет, так и растения. Так что ухаживайте за томатными растениями, за перцами, за баклажанами, делайте профилактику, я надеюсь, что у вас все будет прекрасно. Спасибо, Наталья Викторовна, за ваши ценные советы, благодаря которым наши телезрители не только смогут уберечь свои растения от вредителей и болезней, но и получить хороший урожай. А мы желаем удачи на вашей даче.